Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Вашему драгоценному вниманию Латуя, наполняющая пространство жизни, восстановление многомерной связи, активация. Читает Лора. Примите усиление и поддержку в свое поле, в свое общее пространство, в свою жизненную линию, в свою расширенную и постоянно расширяющуюся структуру. Разрешите движению возможностей и питающим вибрационным волнам расширить, раскрепить те отождествления, ограничения, замки и блоки, через которые вы жили, через призму которых смотрели на этот мир. Позвольте тому, чтобы ваше сокровенное естество, которое обитает в глубине вас, стало ясно видимым вам сейчас, и чтобы именно это глубинное, сакральное, жизненное пространство начало питаться, прорастать, развиваться, открываться. Создайте импульс для формирования питающей среды жизни, своего глубинного знания, своей глубинной сокровенности, своего глубинного таинства, своей глубинной жизненной силы, связанной с бесконечным, неразрывным, живым миром, который пронизает сейчас ваше общее поле. Дышите каждой частицей своего естества, своими теплыми, вибрирующими клетками и позвольте им вырастать, менять вашу форму, вашу структуру и ваше состояние. Пусть ваши клетки растут в окружающее поле сакрального живого мира. Когда они растут, они находят то, что нужно именно им, что созвучно, что достраивает, что питает, что наполняет, что оживляет, что переводит на другую сенсорную частоту, на другую частоту активности, формирующую, запускающую совершенно иную скорость, которая свойственна именно вам. Это не одна частота, это разные среды, разные клетки, разные системы, разные уровни, которые определенным рисунком и узором соединяются между собой, гармонично поддерживая волнообразное синусоидальное движение, где идет ускорение и замедление. Таким образом, формируется свой ритм, свой уникальный рисунок. Наблюдайте, что в окружающее поле, расширяясь, вы движетесь через живой эфир, живое поле эфира, формирующее материальное поле. Знайте, что за материальными условиями и разными структурами находятся сакральные, сакраментальные точки, места переходов, фракталы. Вы сейчас погружены в этот фрактал. В этом фрактале изначальная ткань мироздания, которая выделяет, активизирует эфир. Эфир формирует физиологию, физику, материальность, материальные объекты, предметы, системы, структуры. Вы сами способны быть тем, кто материализует эти структуры, кто их формирует. Вы были тем, кто совершал это ранее. Вы созидали мир, окружающую реальность по своему высшему замыслу, а не просто поддерживали чью-то общую реальность, в которую пришли. Разрешите себе сейчас восстановить, вспомнить свою совершенную реальность, свой собственный совершенный мир, исходя из которого вы способны жить в смысловом воодушевлении, в смысловом восторге, в смысловом совершенствовании, творении, творчестве, экстазе, когда ваш уровень энергии, течение энергии, структуризации, кристаллизации очень высок, необычайно высок. Он проращивает вам ваши силы, ваши энергии
и ваши возможности. Это пространство возвращения себя. Когда вы действительно ощущаете, что желаете этого, тогда откройте возможность возвращения в себя. Каждый из вас несет глубинный смысл того, что раскрывается именно так, таким образом в себе. Раскрыться для того, чтобы не бессознательно, а уже осознанно формировать свою совершенную реальность. И в этой совершенной реальности все то, что приносит вам больше и больше возможностей, активируется и структурируется. Наблюдайте, как закручивается мир вокруг вас. Посмотрите, что вы не заканчиваетесь физической формой. Смотрите, как ваши тончайшие нити, клетки, элементы продолжаются в окружающий мир. Ваши дома, события, ситуации, люди из прошлого, настоящего и будущего подпитывались вашей реальностью, вашей жизненной силой, вашей структурой, вашей энергией. Смотрите предыдущую картинку. Как ранее вас включили в чужую реальность, сажали вас с вашим внутренним зерном, запитывали вам чужую структуру, и вы жили из нее. Вам показывали, что вы ничего не значите. Вы должны заслужить, допрыгнуть, доказать, что вы можете, что вы на что-то способны. В глубине себя вы знаете, сколько бы вы ни прыгали, вам не удастся, вам не дадут, это не позволено. Смотрите, как это было устроено. Смотрите, фиксируйте, вспоминайте, что таким образом вы вошли в этот раз и много раз предыдущих, но это не то, как вы способны входить в самой большой своей жизненной позиции, в самой совершенной своей реальности. И теперь из общей картины пройдите за те маски, просто дайте добро и решение выйти в большую циркуляцию, в способность свободного течения, в свободный ток энергии, вибрирование эманаций и животворящего потока, расширяющего, приумножающего. Где ваш мир? Где ваша сила? Это ваш мир. Желаю, решаю, выбираю сейчас открыть, вернуть, восстановить циркуляцию своего собственного мира, большого, сильного, устойчивого. Все, что втекает в мой мир, играет по моим правилам, приращивает, усиливает меня, служит мне, служит открытию возможностей циркуляции. Таким образом, устанавливаются правила, так я буду закладывать дальше. Вспоминание из совершенного моего потенциала прошлого, который был и существовал. Все звуки, которые приходят сейчас, питают мое пространство, взращивают мое пространство, взращивают мою силу. И сейчас в мои клеточки, в мое пространство, растянутое где-то в потусторонний чужой мир, включенный априори или когда-то под выпрошенным из меня согласием или отказом, под чужим давлением, возвращаю энергии, которая была взята не сбалансированно, возвращая ее в свои клетки, в свой совершенный мир. Отныне мое циркулирует в моем мире и взращивает поле совершенства, ткань мироздания в совершенном узоре. Когда существует смысл, тогда ты и подпитываешь ту часть узора ткани мироздания, которую формируешь именно ты. Твой неповторимый рисунок дает тебе наполненность осмысления. Твой неповторимый рисунок создает целостность ткани мироздания. Когда каждый на своем месте, каждая частица, каждый винтик, так и каждая клетка твоего физического и всех прочих тел, структур, обладает своей уникальностью, своим местом и обязана быть запитана именно там и циркулировать именно там,
где ей должно быть, дабы поддерживать совершенство. Когда в тебе есть решение поддерживать совершенство своего мира, совершенство знаний, совершенство возможностей, то именно тогда оно восстанавливается, взращивается, возвращается на место. Возвращаю все свои части, все свои связи, все свои клетки, все свои рисунки, узоры на место в своем совершенствовании. Начните глубинно, протяжно совершать вдохи, когда вы тянете ниточки от ваших растянутых клеток в свой мир. На выдохе циркуляция продолжается уже в вашем мире. Все это ваш мир, который начинает формироваться непосредственно вокруг вашего физического тела. Затем, когда вы его ощутите, вы можете его расширить, но это уже ваш мир. Когда вы приходите со своим, вы наслаиваете свое, тогда вы идете с запросом увеличения, усиления, совершенствования. Вы несете выигрыш, возможности, восторг, проявление высшего раскрытия и процесса взаимного усиления. Где бы вы ни были, с кем бы вы ни были, это единственный способ и единственный путь функционирования вашей жизни, вашей системы. Все, что не соответствует этому, все, что пытается манипулировать, все, что проигрывает, все, что отпускает вниз на подходе к данному пространству, либо отторгается, уходит, либо перерабатывается на первоэлементы и переключается именно на вашу волну. Сейчас это просто активируется в сознании как правильность, как базовый сценарий, базовые возможности. Почему он может быть активирован таким образом? Потому что в этом есть глубинный запрос, потому что есть глубинная правильность и потому, что у вас так уже было. Потому что таким образом вы следуете своим смысловым возможностям, и смысловые возможности несут еще больше. И сейчас дайте добро на то, чтобы структуры, которые раньше вас оберегали, когда вы жили в чужом мире и создавали вам безопасность, но сейчас являются каркасными препятствиями, каркасными заторами или деструктивными элементами, будут расщеплены и убраны в связи с тем, что выстраивается более совершенная структура. Пусть уйдет все, что мешает, препятствует или останавливает совершенствование, возвращение в ваш мир, взращивание объемов возможностей, наполнение, возвращение силы, возвращение могущества, возвращение регенеративных способностей, возвращение способностей жизни, знаний о жизни, знаний об истинности, знаний о возможностях. Пусть появится все то, что возвращает к вашей собственной уникальной индивидуальной скорости циркулирования и прохождения нервных, электрических, электронных импульсов внутри вашей структуры, внутри вашей системы, в вашей скорости. Все это перестраивается под новый старый возвращающийся запрос, под вашу совершенную реальность или уходит и расщепляется добровольно. Таким образом, все дискомфорты снимаются, потому что все совершается с обоснованием, сознанием и формируется ваш совершенный образ, ваше совершенное состояние присутствия в этом мире каждый момент, ваша совершенная энергетическая наполненность, ваше состояние жизни, ваша жизнеспособность, возможности, которые вы приращиваете. Внимание направляется именно туда, где вам интересно, где вы способны развиваться, где есть потенциал, где есть творческое наполнение, где есть успех
и где есть устремленность. Забирается все внимание оттуда, где есть разрушение, где есть отток энергии, чужеродные манипуляции. Все они становятся видимыми. Изымается все внимание из всего того, что было даже на внешнем уровне позитивным, добрым, радостным и счастливым, но внутри себя несло опустошение и или скрытые мотивы, свои собственные скрытые личные интересы. Тогда, когда искренне, когда истинно, когда открыто, когда здраво, когда для взаимного усиления, это сохраняется, остается и формируется как новые связи, новые возможности. Все остальное, противоположное, нивелируется, нейтрализуется, уходит и больше не имеет права возвращаться. Все становится видимым. Видно ясно, но без осуждения, лишь с включением новых правил и их обозначения. Позвольте себе, чтобы ваша энергоемкость также растянулась, расширилась под новым объемом, и новые возможности легко, естественно, эластично. И когда у вас будет небольшая эйфория, головокружение или легкость, вы будете просто знать, что это другое состояние, и не будете его бояться. Вы просто скажете себе, что это мое новое состояние. Оно более легкое, более расширенное, оно мне нравится, и я принимаю его и решаю, желаю, выбираю жить из него. Как только вы делаете сознательный выбор, как только вы смотрите в это и вам это нравится, степень принятия создает раскрытие новых возможностей и новых правил игры. Вы становитесь видимы по-другому. С вами раскрепляются старые взаимодействия, новые складываются на другом уровне, более выдержанном, сильном, устойчивом, глубоком. Ваша мудрость. Ощутите, что существуют огромные объемы древней мудрости, которая находится где-то в пространствах. Почувствуйте, что они есть. Почувствуйте, что они есть. Как бочки, цистерны, мешки или нечто подобное, сундуки, хранилище. Это ваши ценности. Это ваши наработки. Это ваша истинная настоящая природа, которой не было места, когда вы жили в чужом мире полностью на раздаче, когда вас использовали под другие интересы, когда формируется ваш собственный мир, ваша собственная реальность, то ваши объемы способны возвращаться потихоньку, постепенно, капля за каплей, наилучшим образом для вас и формировать вокруг вас, внутри вас, по вашей поверхности, циркулирующую структуру заливки объемов животворящей силы, животворящих знаний, животворящих способностей. Возвращайте ее, восстанавливайте, призывайте ее таким образом. Вы будете усиливаться, потому что то, что наполнено вашим, не может быть более возвращено чужеродное. Это обозначенная, живая, естественным образом открытая и включенная ваша территория жизни, ваше пространство жизни, которое имеет тенденцию к увеличению и расширению. Одновременно со словами «направляется внимание». Туда, куда направлено внимание, направляется энергия и включаются каналы вашей связи с вашей большей силой жизненности, силой природы и природных знаний, природных состояний. Существует слой, который находится ниже, ваша большая природа, но он имеет отношение к дуальности, к разделенности, разделению процессами. Этот слой очень плотный, доминантный, он буквально как крышка над головой, голова немного в него входит, придавливает всех. Этот слой диктует людям, как быть, по каким законам жить, в какую сторону ходить. Увидьте его. Он очень небольшой, плоский, но твердый. Когда смотришь снизу,
Когда ты находишься частью в его подключении, то воспринимается как нечто само собой разумеющее, как непреодолимое обстоятельство. Тогда правда, которая имеет отношение ко всему, на что ты не влияешь и что ты не вправе, не способен изменить. Увидьте это сейчас. Но не так, как обычно вы ощущали, что это коллективное поле, таковы законы, ничего ты с этим не можешь поделать. Вас тогда воткнули в это поле и сказали, что ты 70-летний болванчик, который живет по таким-то ритмам, стареет, слабеет, дряхлеет, глупеет, который ни на что не способен. Смотрите, это тот самый слой. Это не доминанта, это не является предпочтением, это не является вашей сутью. Ваша суть в тех огромных объемах, которые находятся, лежат, стоят глубоко дальше, за вами. Там существует множество каналов. Это не один канал, их множество, и они всегда связаны со счастьем, с расширением сознания, с расширенными возможностями. И эти каналы заходят вам в голову, подключены вертикально и параллельно правой и левой стороне головы, правому и левому уху. Это сенсоры, которые вертикально уходят вверх и не от центральной точки макушки, а с двух боковых сторон, с правой и левой боковой стороны. Несколько рядов сенсоров. Они выстроены в плотную линию, в плотную структуру. Эти сенсоры имеют отношение к мозгу, эфирному пространству, нервным клеткам, синапсам, нервным связям, которые формируются и способны формироваться больше и больше. У человека правый и левый ряд за правым и левым ухом в голове идут сзади вперед к глазу. Эти ряды сейчас в поле своей жизнеспособности, в поле своей связи с глубинным знанием, мудростью и способностями. Призовите эти свои способности из глубины мироздания сквозь плотный слой ограничений. Минуя этот слой, войти в вас, войти и активировать, запустить ваши сенсоры счастья, ваши сенсоры знаний. Это воспринимается и втягивается как поток жизни. Поток жизни входит в меня, поток жизни призываю я. Я здесь имеет значение, вне зависимости от того, как это трактуется в других учениях. Здесь я. Это некая центральная точка между гипоталамусом и шишковидной железой. Я – это краснеющая точка. Поток жизни входит в меня. Поток жизни призываю я. Я. Активируются связи. Активируется центральная красная точка. Красная точка как пусковой механизм, на который жмут, как на дверной звонок. В этот момент сенсоры с правой и левой стороны становятся оголенными, взбудораженными. Мы обращаем внимание сейчас на свою глубинную природу, глубинную силу из огромных пространств мироздания, из различных уровней. Восстанавливая многоуровневое пространство жизни, восстанавливая связи, активируя связи, мы больше не боимся этого потока, который раздавливал нас, создавал свои ограничения, потому что есть нечто другое, мой собственный мир. И он в приоритете. Как только я выбираю, что в моем мире, в моей жизни, в моем пространстве существует связь с моей глубинной силой и моим совершенным миром, который взращивает и приращивает меня, который активизирует и восстанавливает, который был всегда и который сейчас я восстанавливаю в своей силе, в своей многогранности, в своей активности, то все остальное уходит в сторону на периферию. Это первоочередной инструмент, первоочередной механизм. Я запускаю его как главный. Позвольте сейчас некоему золотому существу стечь к вам сзади из открытого, развернутого пространства по этим каналам, нитям и сформироваться вокруг вас сзади. Сенсоры в голове и над головой, как ладони, окутывает вашу голову,
раскройтесь, доверьтесь, потому что это вы, это некая ваша часть, которая была раньше недоступна, часть из других, более совершенных пространств, из других мерностей. Позвольте из вашего общего, сформированного поля другой мерности здесь и сейчас проявиться, активировать и запустить раз и навсегда процесс жизненности, усиления и выхода в другую доминантную силу, другую доминантную роль, другую доминантную структуру, более совершенную, на которой я способен, я способна. Может быть, для вас это будет шестая, седьмая плотность, или дальше одиннадцатая, двенадцатая. Пусть это будут разные плотности, те, которые были ближе всего к вам, по вашей сути, или те, к которым вы сейчас готовы. Все другие связаны с ними и способны достраиваться постепенно, поступательно. Возможно, не только в этой жизни, возможно, дальше, в следующих, возможно, меняя совершенно и создавая иную циркуляцию жизни, иную взаимосвязь со временем и пространством, это переводит на другие приоритетные принципы жизни – восприятие, присутствие, окружение, целеполагание и открытых возможностей. Наблюдайте, что именно сейчас выстраивается. Это существо, вы из другого слоя, сливается с вами или окружает, окутывает вас и создает в вас новый совершенный отпечаток. Создает тянущие связи ваших сенсоров. Вы из своего сознания принимаете его полностью и тотально, настолько, насколько вы способны. И начинаете дышать не легкими и носом, а начинаете дышать этими сенсорами. Вы втягиваете поток воздуха, поток более расширенной жизни, большей, совершенной, красивой вашей собственной. Втягиваете сенсорами поток вашей жизни на входе. На выходе они оказываются вибрирующими по всему вашему телу или в тех местах, на которых создаются акценты. Мгновенно, во всех клетках, на вдохе, через эти сенсоры нервный электрический импульс создает доставку, а на выдохе – вибрирование. Вибрирование – это снятие всех отупляющих, замутняющих, грязных, чужеродных, деструктивных, ставящих в зависимость программ. Программы снимаются, остается чистота, свежесть, жизнеспособность высочайшего уровня энергетичности, восстановление связи со своими большими емкостями. Капля за каплей эти емкости начинают перетекать, как сообщающиеся сосуды, и вы, как некое огромное светящееся существо, продолжающееся через вашу многомерную суть, продолжаете с тончайшими нитями, рожками бесконечное пространство. Эти нити-рожки заканчиваются емкостями, большими, маленькими, цветными, золотистыми, серебристыми. Иногда эти емкости способны нарастать, увеличиваться в объеме, а затем лопаться. Когда они лопаются, в них рождается серебряная или золотая пыльца, которая примагничивается к вам. Она сходит на вас и облепляет, обклеивает все ваше тело, всю вашу поверхность. Вы кристаллизируетесь, а значит, повышаете свое качество, повышаете и открываете свои свойства. Вы втягиваете, впитываете, напитываетесь этой благостью, благостью, негой, совершенством. Вы живете этим, и отныне эта формирующая структура будет укрепляться и усиливаться. Вы будете через нее в своих высших смыслах пророждаться, развиваться, пробиваться, проклевываться, активироваться, формироваться, быть, становиться, творить, выходить в осознанность, радость творения, удовлетворенность, совершенствование, смакуя, ощущая вкус жизни, каждый момент, каждую частицу мгновения, каждой своей мельчайшей частицей и всем существом. Помните вы об этом или не помните? Включайтесь в повседневные вещи
или выходите в особое состояние, запомните, это особое состояние. Это именно особое состояние, новое состояние. Оно было привычно вам когда-то ранее, когда-то давно, когда-то, когда вы были совершенно иные. Назовите его для себя словом, окрасом, структурой, формой, обозначьте его чем-то, для того, чтобы потом, включив это обозначение, запустив вновь, возвращаться в него. Пусть это обозначение будет не просто оторванным и плоским, пусть оно будет объемным, светящимся, живым, звучащим. Запустите его в каждую свою клеточку, в каждую свою частицу знания и памяти. Совершенная кристаллизация, как будто уже сейчас, здесь, и вы дома. Дома в том смысле, что вы пришли туда, где хотели быть. Вы достигли всего, чего хотели достигнуть. И отсюда все возможно. Все возможно иначе, по-другому. Все становится видимым. Данное состояние, данное существо, данное присутствие растворяет, рассасывает любые беспокойства, сомнения, все отравляющее, чужеродное, пытающееся управлять, манипулировать, подключать страхи, гнев и так далее. Все дуальные пары, которые являлись разрушающими, разрушителями, больше не способны здесь быть, существовать. Наблюдайте. Вы наблюдатели. Внутри. Вы в циркуляции. Вы дышите, вдыхаете, а потом это расходится как очень красивая, гладкая, шершавая, приятная, нежная, трепетная, искренняя, чистая, искристая, живая, теплая, вибрирующая, щекочущая, родная, глубокая, животворящая искра жизни. Вы втягиваете поток жизни, и этот поток растекается величайшим удовольствием, удовлетворенностью. Никакие мозги не включаются. Если кто-то или что-то включится, то животворящий поток наполняет данную мысль, энергию, сомнение, уплотнение. Он сразу идет туда. Все, что пытается привлечь твое внимание, не забирает эту энергию, а переключается в нее, делает ее такой, которая питает, насыщает, активирует, дает жизнь. Дискомфорт в теле также рассасывается. Желание ерзать – это некое присутствие внутри. Где оно? В каком месте тела? Пусть туда идет поток. Пусть он усиливается через это. Отследите в себе все то, что проявляет себя внутри вашей ограничивающей физической формы. Как ограничитель, как отвлекатель внимания, что-то еще. Отследите разговор. Отследите дискомфорт, болезненность, неприятность, тяжесть, любое состояние, качество, свойства. Поймайте это, наполните, напитайте потоком жизни, и поток жизни перерабатывает, съедает это. Только таким образом это работает, и в вас становится больше. Вы все это перекручиваете, прокручиваете. Оно само течет, циркулирует. Вам приятно, хорошо, естественно, тепло, спокойно, легко. Это начальная позиция. Увидьте перед собой на внутреннем экране 10-бальную шкалу. Допустим, сейчас ваше состояние на отметке 2. Подгоните движок к 4. Усильте состояние циркуляции. Подвиньте на 6, на 8, на 10. Побудьте на десятке. А теперь уберите шкалу. Теперь вашим базовым состоянием является 10. Увидьте новое состояние циркуляции. Оно усиленное. Пусть оно переработает все, что не свойственно. Все, что ему мешало. Доверьтесь. Если где-то есть зажимы, пусть течет именно туда. Если есть какие-то отвлечения, если есть уход в ум, в дискомфорт тела, эмоции, шевеление, дергание, пусть идет туда. Вновь отследите, что нынешняя ваша позиция – это начальная единица по 10-бальной шкале. Теперь постепенно, плавно
Двигайте, увеличивайте до 2, до 3, до 4, до 5, до 6, до 7, до 8, до 9, до 10. Пусть усилится на десятку. Новая десятка. Пусть в вас циркулирует состояние. Поток жизни входит, сенсоры растут, открываются возможности, по ним течет, не торопясь, ваша живительная субстанция, вашего совершенства, вашего большего объема, ваших многомерных пространств. Да, можно соединить, да, соединяется естественным образом, и вам от этого приятно, радостно, хорошо. Вновь шкала ушла, а состояние осталось. Это состояние начальное, и вновь это состояние соответствует единице, оно циркулирует. Вам в этом хорошо, радостно, приятно, активно, ясно. Если там существует что-то, что можно еще переработать, оно перерабатывается и будет перерабатываться. Вновь начальная шкала на единичке в десятибалльной шкале. Начинаем ее активировать и усиливать. Не бойтесь, доверьтесь этому. Это активирует, расширяет вас, ваше пространство, и все, что не соответствует ему, перерабатывается и становится соответствующим. Вы можете плыть, шевелиться, играть, раскачиваться, расширяться. Это вам во благо. Это ваш процесс. Это ваше возвращение. Это ваше формирование совершенного и прекрасного мира. Постепенно шашечка идет от 1 до 10. На 10 она останавливается, и вы даете добро. Да, мне это нравится. Мне это приятно. Да, это красиво. И везде, где несоответствие, оно также перерабатывает. Создается расширение, высвобождение, циркуляция. Если ваш мозг говорит «нет, хватит», то пусть ваш мозг, тот, который считает, что это опасно, направится сейчас энергией и растворит этого контролера, этого ограничителя. Любые ограничения, которые приходят сейчас, появляются из того узкого слоя контроля, который заставил вас жить из чужого шаблона. И сейчас осуществляется выход из чужого шаблона в свое расширенное состояние, в свой собственный совершенный мир. Да, так лучше. И пусть состояние, когда вы уже соприкоснулись со своим миром, и ваш мир стал преобладающим по отношению ко всему тому, что было раньше включено, подключено, пусть ваш мир теперь выровняется так, чтобы вам было в этом приятно, легко, радостно, жизнерадостно, энергонаполняюще, бодро, красиво, здорово. Сделайте несколько глубоких вдохов, почувствуйте себя, свое тело, пошевелите пальчиками на руках и ногах. Когда будете готовы, можете открыть глаза, и ваше состояние сейчас – это опять начальный момент, который будет расширяться и развиваться.